Здравствуйте, я Брайан Вагнер. Мы находимся в юго-восточной части Австралии, в небольшом городе под названием Кенгуру, в замечательном питомнике роз. У нас около 6 акров земли, засаженной розами. Около 800 различных сортов используются для постоянного воспроизводства. Из них мы растим много сортов старинных роз, а также большое количество современных сортов. Мы единственный питомник в Австралии, получивший патент на выращивание и размножение французского бридера роз Дельбара. Они очень подходят для нашего климата. Также мы можем выращивать розы Дэвида Остина. И у нас есть пара австралийских заводчиков, которые занимаются успешно селекцией роз. Уже есть очень интересные новые сорта роз с хорошими характеристиками, и мы хотим в дальнейшем сделать акцент в развитии этих новых сортов для большого количества покупателей. Садоводы в выборе сорта отдают предпочтение здоровью розы. Она должна быть устойчива к грибным заболеваниям. Второй критерий – это аромат. Поэтому мы выращиваем розы не только с красивым цветком, но и в большинстве случаев отдаем предпочтение в выборе сорта для размножения на реализацию ароматным розам. Для производства роз выделены целые поля. Розы выращиваются в два этапа. Первый этап – выращивание под двое. Весной подготавливаются специальные грядки, которые мы затягиваем целлофановой пленкой. Высаживаются черенки роз на укоренение. Черенки нужной высоты, высокие для создания штамбовых роз. Междурядья засыпаются опилками и начинается процесс укоренения, который занимает около 3 недель. Все, что прижилось, начинает активно расти, и в течение зимних месяцев подвой наращивает хорошую корневую. На меня работают 2 бельгийских парня. Это отличные люди. Они заботятся о саженцах весь сезон. Они большие, большие молодцы. Окрепший подвой обрезается, верхняя часть подходящая вновь уходит на укоренение в поле. Это второй этап – прививка нужного нам сорта. Ребята вдвоем прививают около 4000 почек в день. У меня парни работают очень давно, они лучшие, у них замечательно все получается. В конце ноября все привитые саженцы выкапываются. Теперь нужно тщательным образом произвести выбраковку. Саженец первого класса должен иметь несколько сильных побегов и хорошо развитую корневую систему. Только в этом случае мы можем считать, что вырастили первоклассные растения. В дальнейшем саженцы проходят отдел фасовки, упаковки и маркировки. Теперь можно выставлять эти розы на продажу оптом и в розницу, чтобы они могли отправиться любителям роз по всей Австралии. Мы уверены, что какой бы вы ни выбрали сорт для своего сада, наши саженцы выдержат любые погодные условия, будут здоровыми весь сезон и порадуют вас пышным цветением. А у нас есть еще возможность для дальнейшего роста. Мы пополняем ассортимент кустарниковых и чайно-гибридных роз питомники. Планируем получить лицензию на размножение роз и других бридеров. Мы будем продолжать развиваться, становиться все лучше и лучше для вас.